Ну, я еще раз призываю вас, может быть, последние дни идут. Он говорил, что-то Павел, то ли в августе, то ли в сентябре выйдет книга. Как важно, чтобы сейчас побольше денег собрать на ее издание. Вот. 200 тысяч набрать не можем. Господи, для какого-то, а как их называют-то этих самых, мецената? Мне тут рассказывали про одного знакомого мальчишку, в Красноярске устроился этим самым, как он называется, официантом. Причем еще будучи подростком, ну, подработка. Вот. Говорит, за отдельными столами за вечер, без всякой там этих особых там этих самых трат лишних, по 100 тысяч выкладывали за столик. Вот. А здесь 200 тысяч всем народом собрать не можем. Вот. От этого тоже все зависит. Надо, чтобы хотя бы какая-то книга попала на стол туда. Премьер-министру, президенту Академии наук, министру сельского хозяйства. Но они читать не будут. Но у них есть помощники, может быть, хоть где-то как-то пробиться вверх. Я высылал Путину, я высылал этому самому Лукашенко. Вот. А толк? Лукашенко хотя бы прочитали там его, там дисциплинка, дать покруче. Положительный ответ написали. То сказали, мы не можем отказаться от технологии обрезки. Правильно, не могут. Она так заложена. Плюс 40 обработок ядами. Отказаться, в тюрьму сядешь. И выгонят к чертовой матери. Тут нужна совсем другая это. Другая обстановка. Другая атмосфера. Сейчас нельзя землю взять, у нас никогда садов не будет. А тут Ельцин как сказал, берите земли сколько хотите. Брали, я брал 5 гектар. Вот так вот. Добрый вечер. Отправляем фото моих прививок. Прокомментируйте на вебинаре. Там хаос большой получился. Почему? Значит, я это забыл вставить сюда фотографию, но мы с ним переговорили по телефону, и я начал задавать вопросы. Каллус, вы знаете, толстая это, соединительная ткань. Вот. Ну, я заранее говорю, каллус не обладает большой, такой же морозостойкостью, как чистая нетронутая кора. Соединительная ткань, она похуже, похуже. Она искусственная. Ну, вы догадались, почему. Я все про то, да потому. Соединительная ткань получается из клеток. Вот. Одно дело, когда все естественно растет и воспитывается годами. Другое дело, надо быстренько эту рану затянуть. Затянуло. А морозостойкость каллуса уже не минус 40, а минус 30, минус 20. А у него получился большой. И тут разговор выясняется. Вот. Да, использовал что? Изоленту, а с той стороны, то есть не липкой стороной прилегания. И, ну, кто знает изоленту, попробуйте растянуть. А прочно за счет чего дается? Вот как вот, ту, которую продаем мы с этим, с тем же самым Троценко, ой, с тем же самым Сафроновым, вот, Антоном Валерьевичем. У нас затягиваешь, а она тугая. Ну, вот, помните, я растягивал? Было? И вот когда затянешь, она долго-долго вот это свойство сохраняет. И там каллуса почти нет. То есть смотришь, в июле месяце убрал, а там как будто и нет прививки. Как будто и нет ничего. А у него каллус большой. Но я прикинул, что я когда-то вспоминаю 30 лет назад, 35 лет назад, первые прививки, я также брал изоленту. Это всех было в статьях, изолента, изолента. Вот. А про полипропилен, про полихлорвиниловые пленки еще тогда и речи не было. Хотя уже тогда этими пленками устилали кушетки и операционные столы в больницах. Помните, да? А вот использовать их не догадывались. Я потом пропагандировал, но уже на тот момент, когда они исчезли с продажи. Толк от моей пропаганды. И вот получается, что так как изолента не получается стянуть, то есть она не тянется. Вот. Нет такой упругости, то получается большой хаос. Вот так мы с ним поговорили по телефону.